Они спустились с небес на землю за званием рекордсмена в Беларуси. Просто кайф, просто здорово. Мы это сделали. Самоотверженный риск или очередная человеческая глупость? Как точка приземления может стать точкой невозврата? У них не было права на ошибку. И каково это – шагнуть в никуда? Заоблачный рекорд. Специальный репортаж агентства теленовостей. Смотрите прямо сейчас на «Беларусь-1». Испытай полет всего лишь раз, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем. Леонардо да Винчи. Автор этих строк так и не рискнул покорить облака, хотя в далеком 15 веке именно да Винчи первым начертил устройство, которое сегодня позволяет безопасно спуститься с небес на землю. Тогда такое было за гранью понимания. Понадобилось не менее 500 лет, чтобы люди массово научились парить над землей, выписывать пируэты и собирать в воздухе необычайные фигуры. Эти кадры сняты 2 года назад. Субботнее утро на аэродроме в Боровой. В небе над Минском в тот день можно было увидеть звезду, которую в свободном падении собрали 20 парашютистов. И это новый национальный рекорд. 3 годами ранее делали что-то подобное, но смельчаков было всего 12. Уже в этом 2016-м наши спортсмены попытаются не просто повторить успех, но шагнуть еще дальше. Хотим собрать фигуру из 40 человек. Я не могу сказать, что у нас получится, потому что, возможно, это будет 30 или 35 человек. Все зависит от нашей, скажем так, опять же, силы воли, желания, умения. Желание у всех участников одно, а вот умение и опыт самые разные. Даже несмотря на то, что допускали к попытке побить рекорд только парашютистов, у которых за плечами не менее 200 прыжков, сделать из них команду необычайно сложно. Люди очень опытные, как правило, это из состава национальной сборной, у которых все получается хорошо. А есть люди менее опытные, которым, к сожалению, не хватает немножко прыжков. Вот им еще надо чуть-чуть поработать. Прыжков у меня больше, чем 8 тысяч, 8,5 тысяч. Прыгаю я очень давно. Около 3 тысяч. Около 7 тысяч. 4 тысячи. С небольшой копеечкой. Почти 3 тысячи прыжков. Если досконально, 4,224. 300 прыжков – это, можно сказать, вообще ничего. Вот. Но на сегодняшний день есть ряд тренажеров, такие как аэродинамическая труба, вот, которые позволяют поставить хорошую технику и кому необходимо подтянуть ее. Вот. Поэтому у меня, в принципе-то, есть налет на данном тренажере с опытными инструкторами. Вот. Поэтому белой вороной я себя в коллективе не чувствую. Не без труда, но все же 40 человек отобраны. 30 из них через несколько дней предстоит подняться в воздух, как обычно, а спуститься уже рекордсменами Беларуси. Но прежде между небом и землей им нужно собрать фигуру в свободном падении. Будет ли установлен рекорд, определит судейская коллегия. Это картинка. То есть перед самим прыжком эту картинку нужно предоставить судьям. А после прыжка видеооператоры должны привести точно такую же картинку, чтобы все совпадало. То есть то, что было нарисовано до, и то, что было сделано в воздухе, чтобы оно совпало. Если это все дело совпадает, рекорд есть. Если кто-то произведет захват партнера за руку, а не, например, за ногу, как было заявлено на бумаге, все напрасно. Для фиксации на комбинезонах парашютистов предусмотрены специальные захваты. Остальной – полетный комплект без изменений. Шлем, очки, перчатки, комбинезон, высотомер и, конечно же, сам парашют. Парашюты у нас скоростные, маленькие. То есть весит они килограмм 12, 2 парашюта оба. Плюс шлем, кроссовки. То есть мой вес, допустим, 84, и со всем снаряжением где-то я вешу 100 килограмм. Не без преувеличений парашютный спорт можно причислить даже к разряду тяжелой атлетики, но только на высоте птичьего полета. Как бы мне не было тяжело, я сейчас добавил еще 2 килограмма. То есть у меня вообще сложности на поясе висит 15 килограмм. Так что кому-то стало понятно, для того, чтобы это все состоялось. Мне это не по кайфу, но я знаю, что так будет лучше. 7 утра, первый тренировочный день и первая попытка покорить небо в таком составе. Приземлились все, но не все там, где их ждали.
Через несколько минут все ошибки парашютистов обсудят в классе. Разбор полета в прямом смысле после каждого тренировочного прыжка. Рекомендации и замечания получат все, но уже без улыбок. Ведь на кону человеческие жизни, а с этим не шутят. Ты все равно мог приземлиться строго, как я говорил, но ты зачем-то выбрал другое направление. Это вам всем кажется, что вы самые умные и что вы все видите. Еще раз вам говорю, каждый год под куполами встречаются люди. У вас не хватит пальцев на руках и на ногах для того, чтобы пересчитать, сколько раз это происходит в мире. Это происходит каждый месяц. Мировая статистика гласит, из 100 тысяч парашютистов тотально не везет, только 25. Эти цифры сопоставимы с авариями на дорогах, да и во многом причины катастрофы те же. Самоуверенность и пренебрежение правилами безопасности. А это не прощается ни в небе, ни на земле. Если человек реально не может этого сделать, я его за 5 прыжков научить не смогу. А еще хуже, если человек не соблюдает правила безопасности, я не имею права рисковать жизнями других людей. Высота прыжков почти 5000 метров. Скорость падения 200 км в час. На то, чтобы собраться в фигуру, около минуты. Для того, чтобы формация получилась в воздухе, парашютисты для начала десятки раз собирают ее здесь, на земле. Отрабатывают каждое свое движение. От визуального контакта с напарником до захвата и дальнейшего, главное, безопасного отделения друг от друга. Замки отошли на 6 метров. Стали еще раз посмотрели, особенно те, кто у нас добавился. После очередной тренировки на земле снова в вертолет. Повторить то же самое, только уже в воздухе. Как и прежде, ни на шаг от команды видеооператоры. Именно они фиксируют каждое движение парашютистов на высоте. И по их работе судьи будут утверждать попытку рекорда. В данном случае у меня здесь на голове видеокамера и фотоаппарат. Фотоаппарат это вот обычный зеркальный. Модель вот и видеокамера, в принципе, такая бытовая полупрофессиональная видеокамера Sony. Вот все это монтируется на шлем, в данном случае шлем анатомический, то есть он сделан только под меня, под мою голову, больше его никто надеть не может. Управляется он при помощи мышц лица. Но вот когда сжимаете зубы, у вас эта мышца ходит, нажимает на кнопку и, собственно, срабатывает заход. Посмотрим видео, посмотрим наш прыжок, разберем, но по частям, как положено. Сделаем выводы какие-то определенные каждый из нас. А потом исправим ошибки и пойдем сделаем этот прыжок нормальным, хорошим. Наша основная цель – это безопасность. Да? То есть, по крайней мере, то, что касается безопасности, претензий нету. Смогли рассчитать нормально прыжок, нормально выпрыгнуть, все безопасно приземлиться. Это наша основная цель. То, что не собрали фигуру, проблема одна. Люди волнуются. Тем временем до рекорда оставался всего один день, а ребята не прекращали спускаться с небес на землю, снова укладывать парашют и снова взлетать. Зачем им это? Прыгнуть с парашютом – риск или победа над собой? Если люди стремятся в небо, значит, это зачем-то им нужно. Ответить на вопросы невозможно, пока не поймешь, о чем идет речь. Пусть маленькому, но настоящему подвигу пришло время и в моей жизни. Попробуем установить личный мой рекорд. С каждым годом тех, кто хочет попробовать полетать с парашютом, становится все больше, особенно среди молодого поколения. Вариантов для непрофессионалов – несколько: прыжки в тандеме с инструктором с высоты почти 3 километра, либо самостоятельный с 800 метров. Мы решили взобраться повыше. Обязательный инструктаж, условное обозначение и репетиция приземления. Я готова. Сверхконцентрация или максимальный уровень адреналина в крови. Сейчас сказать сложно, но время отнюдь не для улыбок. Неизвестность, безусловно, пугает, а вот вид с высоты завораживает. Почти 30 секунд свободного падения. Паришь как птица? Пока нет. Просто несешься вниз со скоростью 50 метров в секунду. Безумное желание кричать от страха или от счастья. На этой высоте стираются грани человеческих эмоций. Правда, кричать вряд ли получится из-за потока воздуха и выброса адреналина. Даже дышать сложно. Потом рывок. И вот, когда парашют открылся, можно любоваться городом с высоты птичьего полета. Взрывной гаммы ощущений, которые испытаны в небе, хватит не на один день. Мы сделали это! Да, опять.
Вставай! Мой личный рекорд установлен. В копилке первый прыжок с парашютом. Чтобы стать членом нашей команды, нужно еще минимум 199. А пока состав участников для установления нового национального рекорда в классе больших формаций 2016 года остается прежним. Из 40 отобраны 30 парашютистов в вертолет Ми-26. 5 попыток и никакого права на ошибку. Нервы на пределе. Не дожал один, прыгало 30. Человек переволновался. Он вчера прекрасно выполнял эту работу, не смог сдержать свое волнение. Настроиться на победу помогали все – тренер, экипаж, зрители и, главное, семьи. Ведь для многих небо стало частью их жизни, а для некоторых – даже ее смыслом. Небо – это моя жизнь. Я благодаря небу обрел любимую жену, семью, друзей. После того, как я завершил, скажем так, спортивную карьеру, я продолжил летать. Сейчас я летаю. То есть небо – это жизнь. Павел и Наталья познакомились на аэродроме. На двоих одно общее увлечение – парить, как птицы. Но приземлились, чтобы сыграть свадьбу и создать настоящую семью. Правда, без неба долго все равно не могут. Возвращаются. Папа взмывает в облака, а на земле ждут те, для кого он безоговорочный авторитет. Буду звездой, как он. Буду прыгать с Ми-26-го, ну, когда вырасту, может, в 10 лет, может, в 12. Потом я после парашютного спорта пойду в военную авиацию, а потом уже и в гражданскую. А пока сын витает в облаках, папа в этих же облаках готовится к третьей попытке войти в историю. Контрольный прогон на земле. Готовы! Готовы! Давай! И настройка на результат. Подниматься в воздух нужно всегда с улыбкой. Считанные секунды остаются до взлета вертолета, на борту которого находятся наши парашютисты. Надеюсь, будущие рекордсмены Беларуси. Волнение в воздухе возрастает. Главное, чтобы ребята с ним справились. С волнением пытались справиться в эти минуты и на земле. Всем хотелось стать частью исторического прыжка и первыми увидеть заоблачный рекорд. Выдавать желаемое за действительное вслух, хоть, казалось бы, видели все своими глазами, не решался никто. Рекорд будет зафиксирован лишь тогда, когда все участники прыжка благополучно приземлятся, а операторы передадут видеосъемку в судейскую коллегию. Просто кайф. Просто здорово. Мы это сделали. Видите, мы хотели, мы сделали. Мы молодцы. Прыгнули, как обычно, собрали всю фигуру на высоте почти 3000 метров. И потом еще 1200 метров просто так падали. То есть высоты во. Времени во. Все справились, собрались. Все хорошо, у нас получилось. 30 человек, формация. Сейчас судьи осудят, но я думаю, что там все хорошо. Мы там лежали секунд 10, поэтому даже может больше. Поэтому новый белорусский рекорд национальный по парашютной групповой акробатике. Я уверен, что он есть уже точно. Да. Немногим позже главный судья заявит, продержалась фигура в воздухе почти 20 секунд, тогда как нужно было всего 3. Увидеть исторический прыжок можно было не только в небе, но и на большом экране в Боровой. Рекорд Республики Беларусь в классе большие формации утвердить! Вместе с судьями и свидетелями нового национального рекорда стали еще несколько тысяч человек. Признание самое, что ни на есть авторитетное. Зрелищность оценили посетители авиационного фестиваля «Пронебо». А техническую сторону – главный судья соревнований, мастер спорта международного класса Александр Лоханов. За его плечами более 12 тысяч прыжков, в основном именно на групповую акробатику. Уровень подготовки спортсменов его приятно удивил. Военные парашютисты более подготовлены. Парашютисты ДОСААФ, они групповой акробатикой профессионально не занимаются. Но тем не менее, большая часть парашютистов, которые сейчас участвовали в рекорде, они именно спортсмены ДОСААФ. И это радует. А каждый последующий национальный рекорд – это ступенька вверх в развитии авиационного спорта. К слову, парашютисты уже настраиваются на очередные победы и ждут новых участников, которые станут надежным звеном в их большой формации.
добавились новые люди, немножко люди в Беларуси начинают подпрыгивать, получать какой-то опыт. Я думаю, что в будущем, если еще будут рекорды, состав будет обновляться. Как шутят летчики, ни один здравомыслящий человек не может покинуть нормально функционирующий летательный аппарат. Ну, значит, мы не совсем здравомыслящие. Мы его покидаем, прыгаем, приземляемся. Совершить прыжок первый раз – это, поверьте, действительно поступок, испытание характера и силы воли. Однажды доказав себе, что страх может быть побежден, преодолевать другие внутренние преграды, наверное, легче. А прыжок – это дело добровольное. Хочешь – прыгай, а не хочешь – вытолкнут.